Сегодня реконструкцию правобережных очистных проверил исполняющий обязанности руководителя администрации Улан-Удэ. Строители пообещали Игорю Шутенкову в мае ввести в эксплуатацию песколовку. Это сооружение, которое позволяет очищать сточные воды от песка и шлака. Появится и станция по сбору отходов из селенги. По срокам когда? Вы в экспертизу зашли? Подача экспертизы у нас намечена на этой неделе. На этой неделе? Да. То есть мы все уже проработали тематики и заходим в экспертизу. А вот обеззараживать стоки начнут в лучшем случае через 2 года. Из комплекса по биохимической очистке готова лишь воздуходувная станция. Для полноценной работы необходимо поставить так называемый аэротенк. Строительство второго пускового комплекса, так называемого, который будет завершен в начале 2021 года и будет обладать параметрами 65 тысяч кубов очищенных стоков. Полностью будет запущена линия. Третий пусковой комплекс – это еще 65 тысяч, который даст в сумме 130 тысяч очищенных стоков. Это ориентировочно 22-й, начало 23-го года. Добавлю, на реконструкцию очистных потратят почти 2,5 миллиарда рублей. На сегодня освоена половина этих денег. Они поступают из федерального бюджета по целевой программе «Охрана озера Байкал».